Мы продолжаем выпуск. После Аузашара в одном из ресторанов Актау госпитализированы медики. Обратились в больницу 20 человек, в инфекционное отделение отправлены 16. У них наблюдается высокая температура, рвота, диарея. По словам лечащих врачей, взяты бактериологические анализы, оказана необходимая помощь. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит средней тяжести. Одна из пациенток, врач-пульмонолог Индира Атажанова, рассказала, на Аузашар пригласили 50 врачей из медучреждений районов и города. Плохо стало сразу нескольким гостям. О намерении обратиться в суд пострадавший пока не сообщает. Тем временем ресторан закрылся до окончания проверки специалистами санэпидстанции. Пациенты будут находиться на лечении в течение ближайших 4 дней. У них чечевичный суп, пирожное, плов, чай. Вроде подозрительных продуктов, по их словам, не было. Одновременное посещение, одновременно заболели несколько человек. Это, естественно, это один очаг.